Чувачки, с вами Надежка, и сегодня у нас трек за 5 минут. Мы его сделаем за 5 минут. Я говорю быстро, чтобы не растягивать видео, и оно получилось 5 минут. Ну и мы начинаем! Ну и вот мы в программе, и мы будем записывать трек. Да, в этом ролике запишу трек за 5 минут. Не хочу растягивать. И, ребята, это текст из песни, которая выйдет ночью 1 января. И, ребята, давайте. Двести сабов на канале, это просто знали, я прокачиваю с вами и снимаю. Еще лучше мы этим только пирог, скоро Новый год. Вот мы сделали. И вот тут я затупила, и вот так же там был момент, и вот. Я как и партия. Ну и мы сохраняем. Прошла всего 1:10. Из-за того, что я затупила, могу бы пройти меньше. И, ребята, следующий шаг. Это написание бита. Ну и вот вторая программа. Это программа «Бетон-тренинг прос». Просто нажимаем, допустим. У нас уже получается что-то. Допустим, вот такое. Нажимаем «Запись». Мы должны 40 секунд примерно записать. Ну вот. Это я легкий бит делаю, если что. Я могу и получше. Во. Ну и, ребята, переходим к третьей программе. Вот мы сохраняем бит мастер. Создаем вот такое. Хотя можно и другое. Потом, конечно. Ну вот, естественно, вот я вот так делаю свои треки. Клип, кстати, я тоже тут монтировать буду, не удивляйтесь, если что. Делаем вот так. Аудио. Ищем мои видосы, видосик. Ищем, короче, все еще ищем. Я, потому что не знаю английский алфавит. Я в английском. Вот тут должен быть видос. Давайте сабов на канал. Сегодня добавляем бит. Сейчас демонтируем. Мы его сделаем за 5 минут. И будет реально минут просто без обмана. Надеюсь, я смогу. Хочу всего 4% звук. Тут. Мне примерно так, ладно, 5 норм. Добавляем аудио и видос. Ну и быстренько там. Скорее, Ваня, просто. Да, мам, демонти, дай-то сниму. Добавляем. И что у нас получается? Понемногу побольше тут можно сделать, но... Ну, хотя бы 25. Это не лучший пример, конечно, но какой-то есть. Это за 5 минут. Конечно, вы, если больше будете стараться, сделаете больше. И обрезаем. И у нас получается вот такой итог. Двести сабов на канале, это просто знали, я прокачиваю с вами и снимаю. Еще лучше мы этим только пирог, скоро Новый год. Вот такая у нас штука получилась. Ну что ж, переходим к прощанию. Надеюсь, вам понравилось видео. Всем удачи, всем пока. С вами я, Ванёк, и были на канале Бишка Гейминг. Всем пока!